Здравствуйте, вы на канале «Давай поварим», и сегодня мы будем готовить куриный суп. Но необычный суп, необычная курица. Из копченой вкуснейшей курочки. Ох, ох, умопомрачительная. Итак, прежде всего включаем газ, наливаем водички, я ее преждевременно вскипятил. Где-то 1,5 литра. Итак, мы закидываем 3 лавровых листа. Лавровых листа. 3. Английский черный перчик. Лучок. Еще один лучок. Шайлот называется. Первый лучок, не надо их нарезать. Ну, морковку, половина морковки. И целую картошку маленькую. Все это будет вариться вместе. Придаст свой необычный вкус. Теперь кидаем. Ах, какая масляная, жирненькая. Вкусная курочка. Будем ее сейчас закидывать. О, необычный супчик получится. Не просто с куриной. Ай-яй-яй-яй-яй. Какие сочные курочки у меня тут в тарелочке. Ай-яй-яй-яй-яй. Итак, кладем чеснок. Не сильно большими кусочками. А какой у нас сегодня будет куриный бульон? Наваристый, умопомрачительный, а главное вкусный и красивый. Нарезаем морковку, пока у нас курочка варится. Даем морковку. Чувствовалось на язычке, чтобы попадало на язычок, на зубок. Итак, бросаем картошку. Итак, все ингредиенты почти забросали. Картошечка, морковочка. Ох, какой аромат пошел от чесночка, от курочки копченой. Чуть-чуть перемешаем и дадим закипеть. Ах, какой супчик. Ах, какие ароматы исходят из него. Просто... Ждем, пока картошка не сготовилась с морковкой целая, которую мы забросили. Минут 10, максимум 15. Потом с этой картошечкой что-то сделаю. Сейчас кладем специи. У нас тут соль, черный молотый перец, сушеный чеснок и куриный бульон сухой. Итак, сейчас мы вытащим картошечку, которую мы положили целиком. Сейчас только бы найти ее, наверное, она пропала куда-то. Вот она. Вау. Картошечку я ставлю целиком. Когда она сваривается, я ее давлю. Вот так вот тщательно ее давлю, перевращаю в пюре. В пюрешку, в пюрешку. И кладу назад суп. Так супчик получается более густой и более вкусней. Чтобы бульон у нас был густой, я еще ставлю макарончики. Где-то 2 столовые ложки. Ах, мелкая лапшичка какая. Один раз помешали. Часто мешать не надо ничего. Все, еще минут 5-10. И будет супчик готов. Пока нарежем лучок, пока супчик здесь готовится. Скоро он будет готов. Лучок мы порежем и положим его сверху, в тарелочку.
Также я отварил яйца. Вот. Положим их тоже в супчик. Я покажу как. Это будет очень красиво и очень-очень вкусно. Так, курочку вытащили. Нарезали мелкими кубиками. О, какой вкусный вкус курочки. Копченая. Ой, какой супчик получился. У меня прям слюнки текут, как из ведра. Как обычно, как всегда голодный, я начинаю варить. И мне хочется просто жрать в конце. Итак, берем яйцо. Режем его пополам. Это у нас будет в тарелочке мяско, лучок и яичко. Бериссимо! Ах, какой супчик. Семья будет радоваться такому супчику. Ой, какие ароматы. Я в предвкушении. Я люблю еще лучок. Лучок маленький я положил. Очень вкусный. Макарошки. Мясо. Мясо обязательно. Копчененькое такое, курочка. Яичко и зелень. Еще главное и очень вкусный ингредиент для куриного бульона. Для куриного бульона это лимон. Пару капелек. Это придает очень вкусное и ароматное и кислинку. Приятного аппетита. Ставьте лайки и не забывайте подписываться.